Вот такие стаканчики я делаю сама. Как видите, со своей задачей они справляются не хуже. Как видите, со своей задачей они справляются не хуже фирменных. И я смогу сегодня рассказать и показать, как сделать вот такие стильные, прикольные, красивые стаканчики. Из чего? Да, я предложу вам варианты. Я думаю, что вы найдете еще немало своих каких-то классных, суперских идей.